Вот у Джуника в Леваде лопух. Прихожу, думаю, что-то с этим лопухом не так. Я ниже в ленте выкладывала вам колючки такие, цветочки красивенькие. Так вот, у нас одни торчат веточки. Он все колючечки объел. Все. На каждом, видите, у него тут такой кустарник из лопухов, вот, заросли. Нету ни одной колючки, я правду говорю. А, вот, чуть-чуть осталось, вот он ходил тут. Видите, какие они должны быть? Должны быть вот такие колючечки. Так он все съел. Весь кустарник вот тут объел у себя в Леваде. Просто. Я знаю, он, во-первых, лечился, если Катя писала, что это противоаллергическое. А во-вторых, он просто не любит, когда я выдираю у него эти колючки из гривы хвоста, поэтому он заранее их сожрал. Вот и все. Вообще забавно очень. Вот Джуник, любитель лопух объесть. Вот эти колючки. Ужас, все, и тут общипал. Все, колючек больше нет. Противо какое там, аллергенное, воспалительное?